Зеленый город традиционно готовит площадь к Новому году. Мы постоянно занимаемся поиском ели на центральную площадь. В этом году ель нам подарил руководитель мебельной фабрики «Ренессанс». На территории вот она росла, у них в перспективе строительства корпуса будет. И вот как бы она им мешала уже, и вот они решили нам ее подарить. Для установки и транспортировки ели, естественно, клуб «Зеленый город» обращался к предпринимателям, к муниципальным службам, чтобы помогли в ее доставке. Так траллер нам постоянно уже выделял и выделяет Кирилл Владимир Павлович, кран, водоканал. Также в сопровождении участвовали и горэлектросеть, и связисты, ну, за что всем большое спасибо. А также работники культуры «Зеленый город» готовят и украшения самой площади, кроме ели, установки ели. Будет традиционно оформлен сказочный городок. Кроме этого, нами закуплено две большие гирлянды, каждые по 1000 светильников. Они будут установлены вот на елях, вот около Родины, чтобы создать праздничное настроение.